Полное описание итогов дата-выхода 9 и 10 серии 2 сезона сериала «Филин». 9 и 10 серии сериала выйдут на 5 канале 20 марта. В новых сериях мы увидим, как «Филин» приходит в себя в незнакомом доме, зажатым в руке окровавленным кирпичом. Рядом на полу лежит труп медсестры с проломленной головой. Козин обвиняет Филина в убийстве из ревности. Как иначе объяснить его местонахождение в доме медсестры с орудием убийства в руках? Филин силится вспомнить, как он сюда попал. Филин узнает в израненном ножом пациентке мошенницу Татьяну Булавину, которая незадолго до этого пыталась обманным путем засудить больницу за сломанную ногу. Филину чудом удается спасти Булавиной жизнь. Бублик, торопясь на осмотр места нападения на Булавину, наталкивается на подозрительного мужчину. На просьбу предъявить документы, мужчина тут же соглашается дать признательные показания. 9 и 10 серии сериала выйдут на 5 канале 20 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.